Строимся. Итак, уважаемые участники турнира, финального турнира Jackpot под брендом VTEC. Закончился наш турнир. Турнир проводился впервые. Спасибо вам за участие. Надеюсь, что без травм. Завтра вы продолжите свой спортивный любительский путь в этой жизни. Надеемся, что мы вас в нашем клубе увидим еще не раз. Турниры будем проводить регулярно. Там, может, раз в месяц или два раза. Посмотрим, как у нас обстоят дела дальше. Ну и хотелось бы, чтобы в память о нашем турнире сегодняшнем, да, каждый получил, кто не стал призером или победителем, получил приз. Пожалуйста, судья, значит, судья оглашает фамилию и имя участника, вы подходите, мы вам вручаем памятный приз. Участник Земсков Алексей, 30 место, есть вопрос? О! Приз на судья. 29 место, Григорян Игорь. Клуб нашего клуба. На первоначальной стадии очень здорово нам помогал советами. Спасибо тебе. Его вся семья сюда ходит. А, жена сказала, тоже будет ходить. 28-й, Знаменских Василий. Он уехал. Получает по значок. Василию мы вручим. 27-й, Козловцев Владимир. 26-й, Казаков Вячеслав. Ничего, не хабит до начала. Скоро будет брать. 25-й, Кондратичев. Абанин Виктор.
нас все впереди. Да. Конца турнира сейчас будет. Так, четвертое место награждается Петрова Елена Юрьевна. За какой давай? Значит, туда, там фотосессия будет отдельная для всех. Да. А магнитофон? Третье место, Ловчев Павел. Партнер нашего турнира, вот этот, это у нас фейерверк, да. Ура! Алексей будет? Похоже чуть-чуть. Похоже. Иди мне микрофон. Вот. Конечно, самое третье. Я чужой не беру. Самое третье. Спасибо. Не зря приехал. Второе место. Борисов Валерий. Награждается кубком. Слава Богу. Так, у нас серебряная медаль. Да. Спасибо. Серебряная медаль. Двенадцать залпов первого тренера. Ребята, молодцы, все здорово похлопали сами себе.